Стихотворение называется «Бескрайнее небо, прекрасен простор». Написала его Ирина Артлис. Может, неправильно говорю, может, Артлис. «Бескрайнее небо, прекрасен простор. Своей красотой чарует он взор. В него воспаряют свободные птицы. И сверху видны им поселки, станицы. Видны города им, видны им и страны. И мир наш им кажется очень уж странным. Свободно мы жить, как они, не умеем. О чем-то тоскуем, о чем-то жалеем. Но крылья расправить всегда наши воли. Ведь кто же, скажите, нас так поневолил? Кто нам насаждает свои идеалы? Истории ложные пишет аналы. Заметить несложно, где правда сокрыта. Кто ищет, тому и дорога открыта. Все тайное прячется недалеко. Что рядом найти нам всегда нелегко. Сменив угол зора на вещи простые, увидим совсем мы картины иные. Спадет пелена и расправятся крылья. Ведь все мы свободны, душа же всесильна. И каждый способен свой мир изменить, стать чище, добрее, любви начать жить. Быть вольным, как божьи прекрасные птицы. И высь устремиться, стирая границы. Спасибо.